Тверские школьники присоединились к празднованию Дня печати, который на прошлой неделе отмечали по всей стране. Это праздник не только официальных СМИ, но и редакций школьных газет и телестудий. В Твери они созданы во многих школах. Например, в Центре образования имени Александра Отрощанка работает современный мультимедийный центр. Центральная полоса уже 2 года – главная газета школы. Каждую четверть она выходит в Центре образования имени Отрощанка тиражом более 70 экземпляров. Над ее созданием трудятся не только корреспонденты медийного центра, но и все, кто хочет им помочь и принять участие. У нас все школьники нашей группы присутствуют, а также их родители, родственники, иногда даже друзья присоединяются. Каждый новый проект – это новая история. Первый выпуск газеты состоял всего из 8 полос. Сейчас ребята издают по 30 полос и более. Есть еще специальные выпуски к праздничным и памятным датам. Вот где простор для творчества. А нет, знаете, ограничений по страницам. Чем больше информации, тем больше выпуск газеты. У нас идет генерация идей. На самом деле что-то сами дети приносят. Мы только даем направление. Они уже сами придумывают и название статьи, и содержание статьи в той тематике, которую мы им определили. А вот так выглядит запись одного из выпусков программы новостей. Телевидение и радио наряду с газетой составляют образовательное медийное пространство школы. Конкурсы, олимпиады, экскурсии и другие внеклассные мероприятия – это всегда темы для сюжетов. С ведущим, да, с сюжетом у нас заранее подготовленная новость. Мы рассказываем и делимся потом в группе. Каждую четверть мы выпускаем новостные выпуски, в которых есть такие рубрики, как афиша, это важно, погода. Но помимо этого мы выпускаем спецвыпуски. Один из последних был посвящен буктрейлеру произведения «Ромео и Джульетта». Центру образования имени Александра Отрощанка всего 2 года. За это время ученики со своими печатными проектами и видеороликами всегда занимали призовые места в городских школьных конкурсах. Сейчас в команде медийного центра 24 человека, но коллектив постепенно пополняется новыми креативными кадрами.